Алексей Маслов победил в номинации «Гражданский диалог» с проектом «Общественное движение «Я люблю Кубинку». Его главной целью стало укрепление диалога между жителями, предпринимателями и властью, а также развитие всех значимых сфер городского поселения Кубинка. Андрей Остроухов в номинации «Гражданский диалог» победил с проектом «Одинцова.Инфо. Мы делаем власть открытой». Замысел проекта заключается в поддержании коммуникации между властью и обществом, увеличении эффективности работы чиновников, а также их незамедлительной реакции на жалобы граждан вследствие усиления гражданского контроля и повышения авторитета власти. Шамиль Юсупов победил в номинации «Гражданский диалог» с проектом «Контроль строительства дороги для десятков тысяч людей». Основной задачей проекта стал выезд на северный обход Одинцова из Новой Трехгорки и съезд с этой федеральной дороги в микрорайон. При помощи продуктивного взаимодействия жителей, инвесторов, компаний-застройщика и власти.